Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей МКД, ТСЖ, ЖСК и активных жителей Советского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в прошлом году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности собственников жилья и помощь в управлении домами. Если первые наши встречи касались чисто работы старших по домам, председателей МКД, председателей ТСЖ, особенности их работы, вопросы ЖКХ, то вот сейчас, допустим, у нас по проекту идет еще и разговор о закон о тишине, наш областной закон и федеральный закон, чтобы люди нас понимали, в каких случаях это обращаться нужно в полицию, в каких случаях в Роспотребнадзор, в каких случаях это в администрацию района, где работает административная комиссия, которая принимает соответствующие меры. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы председателей. Кроме того, участникам выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Также граждан знакомят с электронной платформой ГИС ЖКХ. Какая управляющая компания, когда фонд капитального ремонта приступит к выполненным работам. То есть, вплоть до того, что там есть электронный счет, с которого можно оплатить коммунальные услуги. То есть, это настолько удобно. Вот, и в настоящий момент мы ведем разъяснительную беседу, а также отвечаем на все вопросы и стараемся помочь по всем вопросам. Тем более, впереди у нас предстоящая зима, запуск отопительного сезона. В Советском районе областного центра 1166 многоквартирных домов. Практически во всех есть свои председатели МКД. Часть из них уже освоили программу ГИС ЖКХ. Ну, жители сейчас стали более активно участвовать уже в жизни своего дома, поэтому они хотят знать, сколько денег на доме, как планируется текущий ремонт, на что планируются эти деньги. И для того, чтобы это все было, опять же, скажу, мобильнее, как бы, ну, удобнее для жителей, то есть создана эта платформа, и она нам помогает. Освоить новую программу председателям помогают в ресурсных центрах. В Советском районе их 5. Они расположены на территории ТОСов. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.